Всем доброго времени суток, дорогие друзья, вы на моем спортивном канале, меня зовут Сергей, и сегодня я прикупил Метилдрен. Вот, вообще я шел за Black Spider, но потом подумал, что надо бы как-то сменить пластинку и купить что-то другое, потому что Black Spider уже приелся, уже как-то не то, да и подделок уже там много. Вот, и чем меня Метилдрен привлек, так это тем, что я почитал в интернете, и на него подделок гораздо меньше, потому что подделать его все-таки сложнее. И знаете, я купил вот эту вот упаковочку, и действительно, она по качеству все же отличается от Black Spider. Видимо, мне в прошлый раз все-таки подделка попалась. Вот, здесь и крышечка другая, рельеф вообще, вот смотрите, какой красивый. Прям вот видно, что с качеством сделано. И открывается она как-то по-другому, реально. Ну, не так. Там как-то по-рахличному было. Здесь как-то сделано, блин, прямо чувствуется хорошо. И что самое главное, здесь вот есть вот такая вот стрелочка, можно проверить на оригинальность. Отрываете ее, и вуаля, у вас на упаковке вот такая вот штука должна быть. Отрываем дальше. Здесь у нас warnings, you get used. For best results, для лучших результатов, add 5-6 smaller meals per day. И здесь у нас рассказывается, что, чего, как есть, что кушать и так далее. Короче, в общем, небольшая такая инструкция. Пишут, не кушать больше 2 капсул в сутки. Вот. И не есть эти капсулы за 6 часов до сна. Ну, с этим я соглашусь, потому что если скушаете вечерком перед сном, то будет, конечно, движуха целую ночь. Вот, не заснешь, реально. Я хоть, наверное, и подделка была, но скорее всего, потому что там дело в том, что у меня Black Spider, вот эта фигня, она оставалась вот здесь вот. И вообще качество упаковки, ну, оно такое себе было. Ну, вроде как работал, я не знаю. Может быть, какие-то совестные эти самые жулики попались, которые нормальный продукт сделали, хотя я, конечно, сомневаюсь. Но, тем не менее, что-то доработало. Вот. И здесь самое главное, есть еще дополнительная степень защиты. Вот. О чем я говорю? Это о том, что на капсуле у нас тоже есть надписи. И они довольно качественные. То есть видно, что полиграфия хорошая. Ну, то есть напечатали нормально. Вот, можно и сейчас увидеть. Они тут такие мелкие-мелкие. Не знаю, как. Вот. Как видите, капсула у нас цветная. Она такая фиолетовая и белая. Единственное, что глотать ее не очень удобно. Потому что вот эта белая штука, она, короче, жопка вот эта вот толще, чем эта сторона. Ну и ощущается так по горлу, когда спускается, в общем, чувствуется, что больше. Я уже одну капсулу принял, эффекта пока еще не чувствую, наверное, еще просто рано, вот, потом посмотрим. Но это мои первые впечатления о продукте, вот такая вот у нас баночка, кстати говоря. Вот, посмотрите повнимательней, как она у нас выглядит, таблеточку я вам уже показал. Вот. Здесь у нас, как видите, стрелочка показывает, что нужно отрывать и смотреть, оригинальный продукт это или нет. Что же у нас пишут здесь по составу? А по составу у нас здесь вот что. Витамин B6 2 мг, витамин B12 6 мцг, микрограмм, скорее всего, да. Потом хлориум 30 мцг, кофеин есть, панакс генес экстракт какой-то. White Willow Extract, это, наверное, это эфедра у нас, 25%, походу она и есть. Да. Потом цитрус, это экстракты у нас тут пошли. Cayenne Pepper какой-то, это, наверное, перец или что это, да, перец. Вот эфедра, вот, это я что-то перепутал. White Willow, это, наверное, белая ива, да, белая ива. И эфедра Viridis Powder. 25 миллиграмм, потом MCT Oil Powder, 25 миллиграмм, какао экстракт, 25 миллиграмм, бакопа какой-то, Black Pepper, черный перец, йохимби есть, йохимби это хорошо, 18 миллиграмм у нас здесь всего. Так, потом баухиня пурперия какая-то, 10 миллиграмм, короче, напихали сюда здесь целую кучу всего, и это очень хорошо. Вот такая вот упаковочка, у нас здесь получается 100 капсул, стоит 580 гривен. Это примерно где-то 20 баксов, примерно, 20 долларов. В принципе, неплохая цена за этот продукт, и что-то
что-то как чувствуешь, что что-то вроде как подпирать. Я уже, смотрите, как вспотел. Не, вообще у нас как бы жарко просто. Сейчас жара, середина лета. И, блин, просто очуметь можно. Ну, я как-то... Состояние такое, знаете, начинается... Наверное, начинает работать уже. Видать, оно не сразу. Ну, что-то так, что-то такое есть, знаете ли. Я думаю, даже может работать. Ну, это может быть, это как плацебо у нас выпил там и думаешь, что там этот самый. Надумывать себе начинаешь. Ну, посмотрим. Я, короче, пропью банку и выскажу свое мнение по этому поводу. Я как раз на диете. И на диете протестировать вот эту вот штуку как раз самое оно. Потому что на диете упадок сил, питаешься так себе. Вот, в основном... Безуглеводка, углеводов почти нету, соответственно, энергии и настроения тоже нету. И вот эта вот штука должна она помочь. Это очень-очень будет замечательно, если она поможет. Так что вот такое вот у нас сегодня коротенькое видео было. Не знаю, не особо, наверное, информативное было, но, по крайней мере, я вам показал внешний вид, показал степень защиты, чтобы вы не попались на уловки всяких гамадрилов, которые хотят вас обмануть. Обязательно проверяйте упаковку на качество. Вот, то, как она сделана, на саму картинку, потому что на метилдрене очень довольно-таки сложно, знаете, подделать все вот эти вот цвета, картинки, все это так нужно постараться. На Black Spider там попроще, она такая какая-то, ну, и так не особо и в оригинале там упаковочка. Вот, но здесь чувствуется, конечно, разница есть. И вот это вот, то есть обязательно проверяйте, вот эту вот штуку отрывайте, то есть смотрите, потому что на оригинале, вот эти вот надписи, они должны оставаться на упаковке, а не на вот этой вот фольге, потому что если они здесь остаются, значит вам втюхали поддел. Вот, вот такой вот у нас сегодня был продукт, так что подписываемся на канал, дорогие друзья, если вы не подписаны, обязательно жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новое видео, ставьте лайк, если вам понравилось видео. До скорых встреч, дорогие друзья. Всем пока.